Осенью в нашем лесу удивительно просто. Очень тихо, только иногда попискивают синички. Так пахнут листья березовые. Ох, не передать. Такой пряный, немножко горьковатый аромат. Мы идем с грибами с леса. Вот туда, домой. А вот наши грибы сегодняшние, которые принесли из леса. Ну, подмосковный лес и так. Не богат. Но удовольствия много. Белые. Опята. И шишки еловые. Это лапчатка сибирская. Тоже прелестный кустик. Любит солнце. И радует до поздней осени, до снега. Весь обсыпан желтыми цветочками на зеленых нежных ажурных листочках. Очень красивый кустик. Калина. Калина сочная, вкусная, вкусная. Это барбарис. Вот эти плоды. Сейчас они пока еще такие немножко пресные, но со временем будут сочными и прозрачными ягоды. А так растут пряные травы. Мелисса и чабрец. Многолетники. Ой, какой запах.